Всем здоровку, привет! Вышел новый режим 2x6. Провел я 6-часовой стрим. Пока что могу сказать то, что это одна из лучших обнов за всю историю Hearthstone. Офигенный режим. 10 из 10. Конечно, багов достаточно много, но они были у нас всегда. Но это ничего страшного. Важно то, что сейчас будет очень много контента на канале. Потому что миллиард новых тактик, миллионы новых карт. И буквально в каждой катке можно выцепить какой-то контент. Перед просмотром этого видоса, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Давайте просто побьем рекорд по лайкам на канале. Каждому благодарен. Желаю всем приятного просмотра. Еще раз спасибо. И поехали. Молим ММР. Встаньте в очередь вместе с незнакомцем или пригласите друга и сыграйте в одной команде. Щелкните, чтобы увидеть экран союзника. Зажимать не обязательно, просто нажимаешь один раз. Ему выпал новый персонаж какого-то хрена. Выберите ваше существо. Начало боя она превращает в существо союзника наивысшего уровня. Окей, у меня полная хрень. Я беру... показывает, кого он взял. Я беру, наверное, билетикуса. В целом, не знаю, что мне брать. Возьму билетикус. Моя первая игра в 2x6. Так, вот так это выглядит. Охренеть, это круто. Чо и Гал челиком выпал. Показатели здоровья и брони общие для всей команды. Они не убрали заклинания. Точно. Подожди, не заклинания, а эти... Ладно, сейчас. Давай я карты читать пока. Когда вы или ваш союзник первый раз... За ход передаете карту, это существо получает 2-2. Как же сложно. Так, у него верный пес. Когда это существо получает урон, навсегда получает плюс 1 к атаке. Blizzard не опоздали, 20-0-0. Немного опоздали по дню. Так, как это работает? Мы деремся с этими. Вот как это работает. Типа, если 3, такая тема нарисовывается. Типа, один проиграл, второй не проиграл. Бабушку в первую таверну добавили? Я думал, она во второй. Ее в первую добавили. Ни хрена имбище. Так, что персонажи делают? Передает не золотое существо. 2 монеты. Пассивный эффект, когда вы разыгрываете золотое существо, Гал тоже получает награду за триплет. Когда вы разыгрываете золотое существо, Чо получает награду за триплет. Чо и Гал. Это, по сути, как рыба и мясо. Это лучше. Это лучше. Так, Дектрекер не работает, конечно же. Я его нахрен вырубаю. На экране я его здесь тоже вырубаю, чтобы он не мешался. Так, вот вырублю. Дальше считаем. Щелкните по объекту правой кнопкой мыши, чтобы указать на него союзнику. Боевой клич. Ваш союзник получает золотую монету. Ну-ка. Блин, это так круто! И смотри, он чекает мой стол. Смотри, он чекает мой стол. Союзник передал вам монету. Он такую же тему поставил. Охренеть, как же это круто! Насчет этой темы не знаю, я, наверное, просто 1-1 возьму. Может быть, съест? Не съел, но капец. Божественный щит, это существо образует триплет с любыми модулями кого-то там. Наверное, мне из этого ничего не надо. Союзник подал вам сигнал. Я ничего не понимаю, что это за карты пока что. Это существо образует триплет с любым модулем... я все понял. Я ему типа передаю. Правильно? Да, я ему триплет дал. Я не знаю, насколько это надо. Я пока просто карты только изучаю, я хрен знаю, что карты делают. Здорово, офую. Как тиммейта? Да хз, чел вроде что-то пытается, что-то мутит. Вроде что-то тиммейт может. Но я ничего еще не могу. Он триплет будет держать, видимо, в будущее какое-то, но мы пока что выигрываем. Что это такое? Типа, этот Зилакс, или как его там зовут, он собирается триплет из разных этих штук, да? И то есть, если ты, ну, вот так союзнику можно перекинуть, например. Ладно, мне карты вообще полная хрень падает. Да, 2x6, отдельный ММР, 0 ММР у меня. Пускай будет курица, что у него здесь? Он апнулся, держит его в руке, он в пятую, походу, хочет. Номи есть какая-то. Одну карту на каждом ходу можно передать бесплатно. О, а зачем он мне ее отдал? А зачем мне отдал ее? Передать ему я не могу? А что мне с ней делать? Почему Blizzard не хотят чат добавить? Почему нельзя чат добавить? Прикинь сюда чат добавить. Он мне кидает, типа, вот эту штуку, типа, я ее чтобы поставил. Ну, давай в пятую сделаем. Я думаю, пофигу. Типа, в пятую сделаем норм. Вот, типа, я не совсем понимаю, что он от меня хочет. Я не совсем понимаю. Божественный щит при смерти хрип призывает 2-2 чела. Могут друг друга не понять по языку. Так и чё, в Доте и в Counter-Strike тоже люди как бы не на одном языке разговаривают всегда. О, Буян! Они дороже таверну сделали? Ладно, давай я вот так вот сделаю. Есть бран. Когда вы... Божественный щит. Когда вы применяете заклинание из таверны, ваши существа с божественным щитом получают плюс 3 к атаке. Какая же полная хрень вообще. Я просто не знаю даже, что мне брать, потому что я не знаю, какие карты новые. Я не знаю тактик. Вообще, я тоже думаю над браном. Ладно, давай. Если братишка мне говорит то, что надо брать брана, значит возьмем брана. Что у него там?
А он за мной смотрел, сел за мной смотрел. Сейчас я за ним смотрю. А, и типа он хочет мне что-то под Врана найти? Ну, 1-3 было бы норм, но... А это что такое? Ваше существо получает плюс 3 к атаке, улучшается что-то там. А, он мне передал. Ваше существо получает после передачи. Я... что-то немного это... Я на него засмотрел. А у меня не было почему-то анимации, то, что он мне карту передает. Когда это существо получает урон, наносит 5 единиц урона случайно существу противника. Черепаха. Другие ваши звери получают. Ваши звери навсегда получают 1-1. Молчазар в 3-й. Ой, как много всего учить. Да я думаю над черепахой, но звери, блин, долбанные. Давай тему продадим вот эту. Это зверь. Ваш зверь на предсмертный хрип. Зверь. Предсмертный хрип призывает копию существа из армии союзника. Ее здоровье становится 1, не действует на кого-то там. Это что за сложность вообще максимальная вообще в Харстоуне теперь? Так, ладно, под бабл его ставить нельзя, потому что он бабл снимает. Ставить его сейчас. О, мужик Буян обо мне. Всем ата, здорово. Спасибо. Охренительно. А я не могу со стола ему Подожди, а сколько стоит? Я понял. А, я понял, только золотые нельзя передавать. А, я понял. Блин, ну я, конечно, ошибок очень много делаю, но я пока только первая игра, только я пока разбираюсь. Я пока не понимаю, но... Но он, я так понял, выбрал какую-то тактику саппорта. Он типа прям саппортит меня. Он ждет, пока я ход сделаю и... Какие-то карты мне дает, еще что-то. Ну пипец, это добище, конечно, нереальное. Мы даже не на последнем месте, а 8-й ход когда. Я, кстати, не могу посмотреть, какой ход из-за того, что здесь чел. Не могу даже посмотреть. О, найс, триплет. Давай, вот под эту тему. От души, братишка. Посмотрим, что там в 6-й. Он чисто на саппортычах двигается, смотри. Он тупо на саппортычах. А, это зверь. Подожди, это меха-зверь. Ни хрена. Да, не таверну дороже сделали. Когда это существо получает урон, одно ваше существо каждого типа получает 1-1. Сейчас, подожди. Хз, на самом деле сложновато. Ваши звери навсегда получают. Призывает копию существа из армии союзника. Нет? Он говорит, нет, не надо. Если нет, не надо, значит не буду брать. Я ничего не понимаю. Но я пока тоже. Ну, не, я что-то понимаю, но я просто карт вообще не знаю. Ну, мужик красава. Он прям что-то, ну, какой-то... Он саппортящий мужик. Но на меня не надо было надеяться, потому что я... Ну, я вообще не керри здесь. Так, есть еще одна такая. Ну, не знаю, нам надо атака это вообще. Передает другое незолотое существо. Нахрена? А, подожди, есть такой мурлок? А, давай. А почему бы и нет? Они вернули плавника, оказывается? Оказывается. Спасибо, братух, спасибо. Я тебя не подведу. Держите пару монет. Я надеюсь, мне хоть что-то придет. Я хз, что там за мурлок был? А зачем мне он... Зачем ты мне это дал? Боже, зачем ты мне это дал? Да блин, зачем он мне это дал? Я не успел разыграть. Зачем он мне дал какую-то хрень? Так, это у нас кто? Это у нас Гал. Сейчас будет чё? А ничего, нормально, общайся. Смотри, это чё? Ох, блин. Чё, как вам БГ новый? У нас 9 хп. Все очень плохо. Это чё за карты? А ничего, нормально, общайся. Это что за карта? Вы получаете существо самого распространения в армии, типа, затем передаете его. Как же он саппортит? Передает не золотое существо. Да, мне, наверное, надо было мурка оставить и этот. А, карты только из руки, все, пон. Прыг-скокер новый. Когда вы вербуете и раскапываете существо, получаете копию, передаете его. Что? Магмалока добавили, охренеть. А, братух! О, блин! Нет!
Ну, насколько успел, настолько успел. Тут тоже мурлоки пожилые. Но у меня в руке... Ну, у меня в руке слабовато. Так-то. Чё, Камбакистан, что ли? Я жестко мурлоков разыграл, из-за этого мы камбэкнули? А, он еще добавляет... А, вот как это работает. Типа, с его стола сюда добавляется. Все, первый вылетевший у нас на 11-й ход. Прикольно, прикольно. Пётр, отлично. Можешь меня хейтить за то, что я первый раз в игру зашел, первую катку играю. Можешь меня хейтить за то, что я неправильно играю. Потому что я первый раз в жизни вижу карты. Это мое самое любимое, когда за это хейтят. Да не, наверное, не. А, передам ему тему эту. О, эту фигню вернули. Еще есть Браныч, вы раскапываете 6-й из таверны 6-го уровня. Еще... О, вот это подгон от брати... От братишки моего, подгонщик! Видали нахрен? Подгон от братишки! Здорово, спасибо, здорово, всем ку. Так, сейчас главное все правильно сделать. А то я умею неправильно делать. Так, мы здесь раскидываемся. Все, и между этими, получается, ставим, этого в конец ставим прям. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, донаты, да, всегда. Донаты это всегда приветствуется. Спасибо огромное. Да, людей много, здорово всем. Спасибо большое, спасибо. Ну, видишь, тут, короче, вся тема в том, что один саппорт, один керри. Один саппортит, таких бранов тебе чисто приносит. А второй керри типа меня, который бездарь, который нахрен карты не знает. Который сидит, пытается... О, блин. Который сидит, что-то пытается придумать. По-моему, хватает. Очень хотелось бы, чтобы хватило. Потому что любая катка на YouTube сейчас, это будет очень круто. Любая каточка прям... Прям зайдет. Даже такая позорная. В целом, катка, это история. Это моя первая игра 2x6. История моего канала. Слушай, а я хотел бы на саппорте поиграть. Мне кажется, на саппорте даже... Ну, смотри, у него 3 карты на столе, ему похрену вообще. Так, ладно, ультра быстро разыгрываем. А 6-го Мурлока... А, хотел спросить, 6-го Мурлока убрали или нет, но вижу, что нет. Просто закину ему. Подожди, подожди, не сувай. Подожди. Подожди. Подожди, не понимаю ни хрена. Не уверен. Вообще не уверен, потому что, я не знаю, ладно, нормально, там вроде какой-то триплет даже в руке есть, 250-250, но обнова могу пока что сказать, то что это прям плюс мораль. Спасибо, Михаил, большое, спасибо, приятно, приятно, спасибо. Так, карты пока не буду изучать, потому что времени на это нет, надо... Спасибо. Стрим без хейта. О, найсы. Какая-то новая шестерка была. Интересно, что это за шестерка. Я вообще очень сильно путаюсь, потому что новые картинки на экране. Новые картинки на экране, это всегда сложно. Так, ну я думаю, еще одного Лероя ему закинуть. Лероя так Лероя, братух. Мне для тебя вообще ничего не жалко. Ты эту игру просто солишь. Это просто просолочная от него. А, ну против вылетевшего еще играем. Это, этот мужик, это просто легенда. Он выиграл мне игру. Он мне просто выиграл игру. Ну как, еще не выиграл, но... Им надо фиксить баг с тем, что нельзя ход смотреть. Я не знаю, какой... А, не сюда его перенесли. 13-й ход. Окей, вопросов нет. Пока что идеальная обнова. Вообще нет вопросов к Blizzard пока что. Пока что. Пока что. Даже ни одного бага не было. Хотя странно, обычно в обновах первая катка всегда баги. Пока вопросов нет.
Так, давай карты поизучаем хотя бы. Когда существо передает, оно получает 3-3. Полная хрень. Провокация, когда существо получает в руке, получают. Месть 3, ваши существа в руке и на поле всегда получают 1-1. Ну, полная хрень. Ненужная тема. Не, по ощущениям. Потому что старые мурлоки сильнее, чем эти новые. Лероя в трипет ему дать, ну, звучит так себе. О, респект таким. Респект таким ребятам. Пускай будет, пускай будет. Ладно, мне нечего продавать, оставлю только этих. Доставляем, мне атака, в принципе, не нужна. Да, но я в шоке вообще с того, насколько это будет крутой режим, если у тебя есть друзья. Представь себе, что это за режим вообще будет, если тут у тебя есть друзья. Насколько это круто. Вы, получается, существо само распространением передаете обратно его. Так, я пока что это не зачитываю особо, без обид. Я не понимаю, как вот это работает. Типа, можно случайно ему вот засосать туда, видишь, карту? Я боюсь направо ставить карту, потому что она вот прям вот в миллиметре от того, чтобы ему карту отдать. Это не прикольно. Мне кажется, будут такие ситуации, когда ты случайно будешь передавать карту. У игроков ХС нет друзей, ты что забыл? Я такое не забываю. Слушай, это похоже на топ-1. И причем это топ-1 просто просолка от меня. Ну, в плане стола. В плане, если бы, конечно, не мой союзник, я бы уже вылетел. Я не знаю, как он... У него изначально такая тактика была, типа... Саппортить? Или он, типа, случайно начал саппортить? И... А, вылеты не пофикшены, чат. Вылеты не пофикшены. В честь такой обновы, огроменной, самой большой обновы за всю историю БГ, они не пофиксили вылеты. Топ-1. Подожди, а что? Я ничего не понял вообще. Хз, что сказать, почему, во-первых, мне дали не 300, а 250 за топ-1? Это первый вопрос. Второй вопрос, почему вылеты не пофикшены? Ну, хз, возможно, я это на YouTube отправлю катку. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии оставляйте, пишите в комменты, как вам обнова. Все такое. Ладно, go next. Мне очень нравится пока что.